Доброе утро, страна! Доброе утро! Давай сначала умоемся, да? Угу. Смотрите, какую я вонючку купила. Она что-то сильно пахла, сейчас уже не очень пахнет. Но запах... Ну ты как собачку, ну что, взял палочку. Лёшка мяненький, сегодня меня разбудил 8:20. А легла я почти в 3. Покажу сейчас, биби, какая у него. Виу-виу, это полицейская машина. Вот этот кофе, кстати, мне меньше нравится, чем вот до этого, который был у нас. Хотя, может быть, такой же, но вкусно. Хороший кофе все равно настоящий. Запах просто за километр сразу, когда настоящий кофе. Что сейчас мы будем пробовать? Вот такую пиццу краст. Просто сейчас посмотрим, как она выглядит. Я даже не знаю, если честно. Казалось, это просто кусок теста. Лёшка сейчас вот режет немку. Палец отрезал. Вот видите, мне тут, смотрите. Это тут колбаску. Кусочек пальчика вот здесь ел. И я приготовил вот такую пиццу. Смотрите, какая пицца. Привет! Называется пицца холостяка. Все, что было в холодильнике, все сюда я кинул. Сейчас оценим ее. Какая она вкусная, нет? Ты купила кофе? Ты молоком? Кофе с молоком. А у меня посильнее кофе, у него посильнее. Ну, потому что я мало кофе. Видели, какой кусочек пиццы? А я готовлю супчик. Видели, какие у меня ежики. Теперь из оставшегося мяса вот жарю его, потом увидите, что будем делать. А сейчас вот эти добавим. Орзо. Мимо. Лёшка с папой погулял. Говорит, огромный паук в туалете. Нет, тарантула. Скорпион, мол? Да. Представляете, что творится здесь, мать царица? А мама суп делает, и все одновременно. Тут фарш у нас, морковка, чеснок и лук. Сюда добавили еще сельдерей. Ну, шарики мясные вы видели. Сейчас хочу еще шпинат. Сюда сейчас добавлю, знаете что? Вот. Бинс. Лена переложила Лёшечки. Это нам. Добавила соус туда. Вот такой вот соус. Это нам с Лёхой добавила. Смотрите, какой у нас куколка есть. Матрёшка. Колбаска. Видели, что творит? Лёха. Ну так вот, на этих руках. И начинаешь. Лёш, сможешь так? Нет. Не смог? Плечи не сработал. Смотрите, как Лёша умеет. Молодец. Я делаю видосик. А Лёшка сейчас поедет в машину. Сначала вам покажет, как моет. Дорогие зрители, я иду мыть машину. Точнее, тачку-то я уже мыть начал. А просто про камеру забыл. Снимаю сейчас на Олю на камеру. Моя в зарядке лежит. Перепишу себе. Вон тачка стоит. Я ее уже водички смочил. Погода сегодня шикарная, солнышко, тепло, хорошо. Здесь вот специально, кстати, место для мытья машин. Вот здесь прям написано, видите, Car Wash. Вот здесь табличка, вот здесь шланг подключен. Шланг с пистолетом. Брызгаешь, поливаешь. Я уже набрался ведерко, губка, пена. Сейчас ее быстренько все пенкой пройду и смою. И в принципе здесь вода разводов не оставляет особых. Но надо еще протереть тряпочкой. Домой за тряпочкой сбегаю, протру. А то она прям грязью покрылась такой, знаете, уже. Ну как грязью. Она чистая, но здесь грязь другая совсем на машинах. Типа пыль такая. В России грязь, а грязь. А по российским меркам тачка чистая. По местным меркам тачка грязная. Процесс мытья идет. Тачки были котские изначально. Вот здесь какие-то царапинки есть. Вот здесь вот царапинка была изначально сразу на машине. Вот это вот. Это мелочи. Главное, говорит, чтобы технически было исправно, ездило. Отмыл каких-нибудь, не знаю. Видите, вот стекло такое. Развод вот эти вот от колесных дисков. Потому что вот на дисках от тормозов если штуки остаются. Вообще колеса, насколько я знаю, мою в конце. Чтобы, знаете, воду не пачкать сразу. А, я здесь мою сразу же. Ну, а теперь смываем пенку всю. Said,
Тачку перегнал поближе к дому, двери вон оттуда, вот сюда. Сейчас буду все ходить вытирать, потому что на ней развод на стекле. Здесь вода быстро высыхает, я даже не успел растереть. Сейчас возьму какой-нибудь, типа мистер Мускула, ля. Только он получше здесь. Я поспала минут 20. Лёшка забегает, включает, забегает за зарядку, включает. Говорит, нам ноутбук сейчас разрядится. Бегом. И он не успел, он садится, и мой проект не сохранился. Он остался открытый, хорошо, проект. Сейчас заново его экспортируем. Папа пошел машину пылесосить. Я выхожу сейчас. Ой, что это такое? Выброси, дай. А, это от велосипеда. С Лёшком поедем. Большой молодец. Не его люблю. И молодец. Хотите познакомиться с настоящей Олей? Заходите на канал. Там такое видео. Девушка-мужик. Ужас. Мы вчера до слез смеялись, реально. Просто хорошо то, что мы понимаем друг друга. Все, мы поехали к бабушке. Довольный. Лёшка, привет, мой. Иди ко мне, Лёша. Сейчас Лёшка приехал, смотрите, на самокат. Тетира с Лёшком в туалет побежали. А я дверь звоним, ты дверь не открывает. Лёшка, довольный, да? Ты довольный? Он играет здесь в свои любимые эти грейпс. Лёшка там с бабушкой что-то наверх пошли. Ой, какая кисточка. Рисует он, между прочим. Рисуешь? Да? Вот, да, молодец. Да. Я бы художником будем, да. Надо тебе кисточку тоже купить с красками. Нет. Краски, да. А краски, наверное, акварельные лучше. Ему, да? Смотрите, как Тетира рисует красиво. Он, это недорисованный, да? Недорисованный. А орел. Ты видела девку-то? О, девка тоже. Это все очертания. Сюжет. Домик. И эти вот, эти вот. Вот эти? Да, Лёш, представляешь, как красиво? Вон они. Я. Бабушка нарисовала. Не знаю, смотри. Ольга, как ты думаешь? Вот, я думала, сюда повесить. Смотри, Лёшечка, вот сюда повесить. Одну, да. Одну сюда, другую туда или две сразу? Нет, две нет. Не гадит, туда и сюда. Да. Лучше. 25 центов стоит. Да. Вот, я вот, я хочу вот такие найти. Смотрите, с белками. Да, он как настоящий. Укроп, да. Укроп, ну, смотрите. Да, я его не так много съела, Олька, как он просто, видишь, вот одна ветка, да, только осталась. Ну, ты знаешь, в принципе, смотри, покупаешь, когда этот в коробочке 2,99, а этот был 3,99. Но здесь был какой, здесь был букет, какой. Букет. Еще я надеялась, будет расти, Оль, для семян. И вот цветочек еще. Да, цветочки. Красивый. Да. Представляешь? О, была! Ой, а мотанула как. Леша, что ты видел? Как сумасшедший, а что это? Лешка, ты видел такое? Убежала. Домой едем с Лехой. Ой, ой, кто это тут валяется? Кто это валяется? Ну, всем привет! И сейчас у нас настроение почему-то. Я сейчас такие макарошки поставлю вариться. Italian style. Angel hair. Бум, волоснёк. Ой. Слушайте. Смотрите, как вкусно получилось. Очень вкусно. Ну, прям... А твое? Сейчас стынет. Горячее. Вон у меня. Дайте ему хлебушек. Потихонечку, 6. Аккуратненько, ровненько ножки положи. Муж моет посуду. Как это прекрасно! Алёша хочет ку-ку. Это значит прятки ку-ку. Давай я закрываю глаза и считаю. Раз. Два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Я иду искать. Лёш. Лёша. Вот тут нет его в коробочках. Наверное, под кроватью. И под кроватью нет. Где же Лёша? Я тебя увидела! Кукушка!
Привет! Я тебя увидела, нашла! Давай теперь мама будет прятаться. Да? Да. Ты будешь считать? Да. Иди глазки закрывай. Смотрите, Лёшка, какую игру играет. Смотри, такая деталька. И вот вы вращаете. И надо здесь тень, собрать, да. Отражение. Тень, точнее. Вот надо собрать какую-то деталь. Ну, смотрите, я вам сейчас быстренько соберу. Вот, смотри. Ну, и что? Смотрите, это лук. Вот так поворачиваем. Да. Немножко вот так вот. И... Ангелокс. Night. Мы желаем счастья вам. Спокойной ночи, всем пока. Спасибо, что подписываетесь, что пишете комментарии и что нас смотрите. Пока вам.